Занимавшихся распространением наркотиков родителей сына судили в Шымкенте. Они принимали заказы через интернет и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города. Родителей сына и двумя подельниками задержали сотрудники Управления по противодействию наркопреступности. При проверке места жительства были обнаружены свертки с наркотиками, материалы для расфасовки, упаковки наркотических средств. В ходе расследования полицейские собрали все доказательства и направили материалы уголовного дела в суд. 22-летнего сына суд признал организатором преступления и приговорил к 18 годам лишения свободы. Остальные четверо человек осуждены к 16 годам лишения свободы каждый.